считаю, нам пора вернуть средневековые пытки. Эй! Эй! Слышишь меня? Слышишь ты меня? В этой тюрьме самые высокие показатели насилия. Самые высокие затраты на юристов и медицину среди всех исправительных учреждений в США. Надо срочно что-то менять. Кажется, у меня есть решение. Никаких больше драк. Никаких нападений на охрану. Только уважение. Мы создадим человеческую многоножку из заключенных. Они буквально на коленях будут молить о прощении. Это гениально! Том Сикс, автор этих фильмов, утверждает, что все на 100% анатомически точно. Я не хочу обсуждать с каким-то говёным режиссером его говёный фетиш. Самая страшная киносерия в истории наконец завершается. Что скажете, док? С медицинской точки зрения все точно. Я считаю, человек способен жить в таком виде. Режиссер Том Сикс. И на земле мир в человеках благоволение. Это нарушение прав человека, нарушение всякой этики. Вам, психам, место на электрическом стуле. Это лучше средневековых пыток. Лучше кастрации. Пожизненное исправление. Первая тюремная человеческая многоножка. Человеческая многоножка 3. Вот чего не достает Америке. На 100% не политкорректно.